благословен Бог наш всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже, Создателю наш, образом Своим нас, людей украсивший, избранных Твоих научивший закону Твоему, тако что внимающему девятися, детям тайной премудрости открывший, Соломону и всем ищущим и даровавший, открой сердца, умы и уста раб Твоих сих, чтобы уразуметь силу закона Твоего и успешно познать преподаваемое полезное учение для славы Пресвятаго имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей. И избавь их от всяких козней вражеских и сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время жизни их, да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих. И так наученные прославят Пресвятое имя Твое, и будут наследники Царства Твоего, ибо Ты, Бог, крепок милостью и благ крепостью, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Возлюбленные о Господе, учащие и учащиеся, да пребудет с вами Божие благословение, и да радуются сердца ваши о Господе нашем Иисусе Христе. Аминь.